Всем привет! А теперь давайте мы прогуляемся немного по набережной, покажу вам рестораны, кафешки, пляж и так далее. Набережная Сочи, центральный район. Медийное место здесь. Подают мидии. Очень вкусные, кстати. Сейчас найдем тоже какую-нибудь кафешку. Сядем, что-нибудь закажем, покушать. Здесь вот такое у нас место в 500 метров, где продают одежду всякую пляжную. Дальше рестораны продолжаются. Здесь рестораны на всем протяжении побережья. Что только здесь не продают. На пляже народу, конечно, целая гора. Вечером выходят все купаться. Днем жара была, наверное, градусов 35 сегодня. Вот такой еще пляж. Вид красивый, правда? Кстати, сегодня ездил на мойку, отмыл, наконец, машину свою. На бампере уже нашел очень много разных скол. Так что уже бампер я захерачил. Камнями, видимо, там сбилось все. Так что лакокрасочная, конечно, не супер. Бампер я не бронил, кстати говоря. Такое место здесь тоже красивое есть. Пальмы. Завтра, кстати, едем на экскурсию на джипе. Вот, так что завтра тоже поснимаю вам интересные, красивое видео. Какой красивый закат. Смотрите, какой ресторан здесь очень красивый. О, какие-то танцы тут. Вот такие платные пляжи тут тоже закрытые. Короче, полная туса здесь. Так, мы немного перекусили. Сейчас идем смотреть морпорт. И после перемещаемся в завтрашний день на джип. Ну вот, на пляже тут играет. Пляжный волейбол еще. Короче, народ отдыхает по полной. А вот и морпорт. Какие тут стоят крутые яхты. Уже начинает темнеть, конечно. Качество картинки, но я думаю, что она не особо потерялась. Сейчас подснимем поближе эти яхты. Красиво люди живут, правда? Просто пушка. Вот это черное вообще классное. Народ катается. Вечерние прогулки. Такой, в принципе, морпорт. Ну что, перемещаемся в следующий день. На джипинг.
Down like mine. Ooh, I see you chasing stars.